Клав сыщет, кому же. Да, дальше Салаш в углу. Клайберн, третья треха летит и заходит. Феноменальная точность от Криса Клайберна. Лундберг двигает дальше. Ричардс. Ой, какая передача проходит на Джеффри Гросселла. Великолепно. Один на дугу, второй внутрь. Сесиль Уильямс против Тростинецкого. Трешечка. Вот это важный бросок от Сесиля Уильямса. Также появился у хозяев. Лундберг, еще один мяч, но на этот раз end one. Хороший Фил Лундберг. Передача какая прошла от Клавса Чаверса в направлении Лоури. Максим Салаш, но Джеффри Гроссел. Классно, Рогозенко идет. Рогозенко со средней. Филиппут накрывает его. Смоки Минск. Пас на Роберта. Лоури. Флотер. Удачный флотер. От третьего номера Смоки. Да, вот здесь увидим. Веремеенко промазал. Понитка доставляет ему мяч. И быстрая атака. Давайте посмотрим еще раз. Воу, вот эта передача получилась. Ну и браво. Габриэль Лундберг. Ну и, соответственно, Каспер Пурада и Каспер Трачик, которые все-таки не выходили. Они без очков, а это воу! Все, 89-75. И Зеленогура обыгрывает дома Смоки Минск. Тем самым одерживая первую победу в сезоне.